Добрый день. Всех с прошедшими праздниками. Огромная благодарность за то, что нашли возможность прийти, несмотря на тяжелую адаптацию после длинных праздничных дней. Я приветствую тех, кто в зале, и тех, кто сейчас будут наблюдать за действом в режиме онлайн. Сегодня у нас первая школа из серии, которая будет в этом году, будет проходить по одному мероприятию раз в 3 месяца. Я с огромным уважением и благодарностью хотела бы озвучить сегодняшний лекторский состав, но в первую очередь, конечно же, начать с первого докладчика. Я думаю, что большинство слушателей захотели услышать именно доклад Кирилла Павловича Кашкина, академик Российской академии наук. Вы знаете, нет, наверное, той области медицины, которая сейчас бы не занималась аспектами иммунологии. Но есть еще другая сторона медали, когда что-то непонятно, говорят, ну, это, наверное, иммунология. Так вот, сегодня откроет сегодняшнюю школу доклад Кирилла Павловича Кашкина. Я позволю себе сказать, что, наверное, да, я закругляюсь в благодарностях и восторгах, потому что действительно в начале своего учебного пути, трудового пути посчастливилось быть слушателем на циклах у Кирилла Павловича Кашкина. И я думаю, что сегодня вот эта первая часовая часть будет наиболее информативной для тех, кто не только занимается иммунологией, но и хочет познать какие-то глубинные аспекты этой сложной, многогранной и неоднозначной специальности. Кирилл Павлович, пожалуйста.